Ну, на известный мотив и недолго, значит. Не надо грустить, друзья, мушаверы, куда занесло нас, то воля Творца должны оставаться. И здесь мы примером, примером в работе, во всем до конца, к чему столько мата у вас в разговоре. К чему вы стремитесь забыться в вине, пускай вам тоскливо. Я с этим не спорю, но надо держаться, ведь мы на войне. Советник из хада, бросьте пить кишмешовку, по пьяни хвататься за свой автомат. Я знаю, вы здесь, словно мышь в мышеловке, но вы же не мальчишка, а вы дипломат. И вы с Рандоя оставьте ухмылку. Я все понимаю, вы стремитесь домой, и поймите и вы, нету счастья в бутылке, пусть нету порядка, но есть сарандой, одно утешает. Хоть сердце не мется, что рядом друзья, и что я не один, быть может, остаться. И мне здесь придется, но все же я русский, и я дворянин, и вы переводчик. Успокойтесь, милейший, к чему с вожделением на женщин смотреть? Я знаю, вы были любимцем у женщин, но вы за границей, придется терпеть, махнуть бы в союз, как простой безбилетник. Обнять бы подругу, заждалась она, не падайте духом. Партийный советник, а вы комсомольский, налейте вина. Ну и это...